хватаешься этими какими-то. Следующий урок, просто эти два отпускаем. Шире струя, на второй надо больше давления, потому что происходит передув. Понимаешь, это на тот же воздушный ток. Я не говорил. Все, там это первое. Учиться, это сложно. Ой, боюсь, боюсь. Не вздумай. Я шучу. У нас там люди смотрят. Струя получается уже, тоньше, и уже усиливается напор. Вот, вот она, пожалуйста, все. Тоже ругалась. Видишь, как легко? Прикинь? Случайно. Все? Будешь учиться? Буду. Классно. Молодец. Случайно или не случайно? Ты услышала, как сужать? И сузила чуть-чуть больше. И получилось. Ну, открываешь. Ага, молодец. Правильно закрыл угла. Включаешься. Сразу мозг включается заново. Здесь прям начинаешь думать, что-то эти, какой рукой там палец непонятно.